Ананда Дольче – это новинка. Вот. И он был создан, это новинка 15-го года. Он был создан для молодой девушки. И аромат, который обладает переливающимся звучанием, напоминает колье из камней Сваровски, надетое на шею молодой девушки. Композиция строится вокруг цветка миндаля. То есть, цветок миндаля, обыгранный персиком, зелеными нотами. Семейство аромата – зеленый цветочный фруктовый. Верхняя нота – персик, лист миндаля. Сердце – цветок миндаля. Базовая нота – бобы тонко, амбра и мускус. Очень сочный, очень яркий, позитивный, такой динамичный. Кстати, зимой это просто была бомба. Можно проверить его летом, потому что зимой это был просто взрыв фруктов. Да, и он очень интересный на коже, он непростой. Он раскрывается именно очень благородно и очень стойкий. То есть вы даже, вот я его нанесла, как бы не моя гамма, ну, ароматов, но вот на коже нанесете, вы не узнаете его, он настолько красив. На коже он просто как бы Монпансье, вот первое у меня ощущение было, вот, какие-то леденцы. Да, а потом аромат в корне меняется, вот он становится очень благородным, красивым, сочный. В принципе, даже не в стиле Миколев. Ну, такой именно. Видно, у нее было какое-то романтическое настроение.